сегодня, раз пришел я, Новый год скоро в гости к нам придет. Как у вас настроение, друзья? Ах, я рад за вас. Давайте, солнышко, поиграем, да, загадки загадаем. Вы уже эти ребята большие, взрослые. Что вам эти детские загадки? Такая простая, с неба падает пушинка, очень легкая. Снежинка! Молодцы! Скажите, пожалуйста, какого цвета лед? Прозрачного! Прозрачного, конечно! А какого цвета снежинка? Белого! А скажите, пожалуйста, а что пьет корова? Самая бойкая угадала. Молодец. А вы же, наверное, такие смышленые, я смотрю по вашим глазам. Вы хочу спросить, как вы думаете, а с помощью какого приспособления смотрят на маленькие предметы? Микроскоп! Ой, молодцы. А с помощью какого приспособления смотрят далеко на звезды? Микроскоп! А с помощью какого приспособления смотрят из-под воды? Перископ, правильно, молодец. А как вы думаете, с помощью какого приспособления смотрят сквозь стену? Вот, молодец, смышленая девочка. Какого приспособления? Как? А? Правильно. Ты что сказал? Какой сюда? С помощью окно. Окно, она сказала. Молодцы. С помощью приспособления называется окно. Видите, сразу догадались, потому что видно, что дети смышленые. У вас есть хорошие преподаватели обучают. Так что, дорогие, я очень рад за вас. Но борода моя седа и в снегу ресницы. Коли я пришел сюда, будем веселиться. Ну что, ребят, давайте-ка встанем в хоровод и по традиции споем новогоднюю песенку Дедушки Мороза. Ну-ка, все встали, по традиции, ребят. Давайте, давайте, дружно. Покажем, какие вы дружные. Давайте. Так, ну если вы одела щелочка, песня называется. Так, ну-ка. Такая песня будет веселая, мы будем сейчас пританцовывать. Ну-ка, держи, за босом, не стесняйся. Пошли. Ура!
Дедушку не удивите. Чем дедушку? Порадуете? А? Есть! Песни! Тогда давайте все присядем на стульчики. А я послушаю, как вы, что вы приготовили для Дедушки Мороза. Так, на сцену! Кто будет украшать сегодня сцену? На сцену приглашаем 4-й А-класс начальника. Аплодисменты! Аплодисменты ждем. Вот они. Ну-ка, смотрите, сцену-то там развалите, ребята. Прям как взлетели на нее. Так, ну-ка, чтобы вас красиво видели все, встаньте. А я вот тут посмотрю, на вас посмотрю. Вот здесь вот. Так, итак, внимание. Спасибо, ребята, спасибо. Молодцы, молодцы. Потешили старика. Ну, а мы с вами продолжим веселиться. Продолжим? Как на клипу вас выслышно, продолжим? Отлично. Давайте-ка вместе со мной еще потанцуем хороший танец. Я уже расскажу танец. Танец называется «Танцы обнималки». Внимание, все поднялись ко мне. И сейчас, внимание, будет звучать музыка, и мы все будем танцевать. Но как только я скажу «стоп», нужно будет кого-то обнять. И сказать «с новым годом!» Понятно? Понятно. Все поняли правила? Понятно, ребята. Все поняли правила? Да. Ну-ка, музыка позвоночек нам прогреми. И на танец, ребят, пригласи. Готовы? Ручки промахали. И готовились. Новый год, новый год, новый год. И с
Вот волосы как красиво. Так, внимание, танцы, бабара, музыка продолжается. Одна команда, да, показывает, идите, пожалуйста.